Принять участие в городском субботнике приглашают жители Петропавловска. Глава краевой столицы Константин Брызгин сообщил, что с 16 апреля по 28 мая каждую пятницу планируют проводить генеральную уборку города с привлечением коммунальных служб, управляющих компаний, общественности и активистов. Сейчас же Петропавловск очищают от снега и песка. Ежедневно у нас работают 30 единиц специализированной техники, 8 бригад ручного труда, 72 человека. Практически в круглосуточном режиме посменно они работают, и мы вывозим интенсивно сейчас песок и снежные массы. С 15 апреля запускаются еще 9 механизированных пылесосов, сейчас еще 4 механизированные щетки работают. То есть над этим мы работаем, к 1 июня планируем город все-таки привести в порядок, скажем так. По традиции в общегородских субботниках участвуют трудовые коллективы, общественные организации, студенты, школьники и просто неравнодушные камчатцы. Весь необходимый инвентарь участники получают на месте проведения субботника. Если горожане захотят провести уборку самостоятельно, они смогут обратиться в службу благоустройства Петропавловска за техническими средствами. Там также помогут вывести собранный мусор. На придомовых территориях управляющие компании должны будут обеспечить всех инвентарем и организовать субботник.